одно из мировых открытий. У меня и так, как у Мюнхгаузена, хоть и не считался этим вралем, вот, но у него, помните, расписание было, каждый день в подвиг. Вот это вот есть подвиг. Сейчас я вам покажу. Вот. А я специально, знаете как, я их дразнить буду. Буду, не вас, Ирина Александровна. Можете не соглашаться, потому что существует 40 гипотез, и не существует ни одной теории, как на высоту 100 метров забирается вода. Физически я специально объясняю, почему. Потому что если не смотрят эти тимеряжики, ну и бог с ними. Они на них свет когда не сошелся. Вот. Но они хоть рядом, ну, где-то там может зависеть нормальный кто-то. Ну, который скажет, а почему нет? Вот. У меня был насос. Бытовой насос, вот качать уже, сад поливать, питомник. Два этих, две атмосферы на паспорте. Значит, на высоту 20 метров поднимал. Мощный насос на 20 метров, а на 100. Как ее поднять на 100 метров можно было? А она сама снизу вверх идет, понимаете? Вот. Сейчас я вам покажу. Через раз, вот так, смотрите. Вот 100 метров, да? А она не может туда идти, законы физики не позволяют. Придумали 40 гипотез, как? И ну, одни, одну, другие, другую, и никогда друг друга не сойдутся. Скажем вот это. Вот я написал, люблю дразнить. Смотрите, как я дразню. Внимание. Вот. Для меня это, ну, сам обычно это утром подумал, вечером ответ готов, или утром следующим. Вот это дерево вместе с корнями. Так. Я почему говорю? Не похвастаться, что я это самое легко так делаю мировые открытия. Хотя это открытие. Смотрите внимательно. Для того, чтобы... Представим себе, что вот оно 100-метровое дерево, да? Вот это 100-метровое. Вот сюда идет сок, только при условии, что сосуды, по которым они идут, доходят до верхушки, опускаются вниз, так, а потом там идут эти, это же та же сосудистая система, как у нас, но с этими, с обратными клапанами, не туда пойдет, а обратно уже не может. И в результате продукты отвода уже присоединяются сюда, там сложная система. И опускается вот так. Внимание. Непонятно? Сейчас будет проще поверить. Итак, все, что надо, чтобы корни... Я тебе же покажу отрезанный корень, Лена. Книгами. И вот, значит, надо, чтобы... Вот эти корни всасывающие, вот они, да? Они были чуть выше, а корни высасывают чуть ниже. Вот. А теперь, как если бы я вот это по тому парню, который мне обратно забрал 5000 рублей, да, если бы я ему это сказал, что-то дураку понятно. Ну вот теперь что-то непонятно. Я даже Тимошке пробовал объяснить перепад давления-то. Надо-то вот такое всего-то. А вот здесь перепад давления. Там не атмосфера, а как это называется-то? Да, вот сторечка. И все. И вот получается, вся система работает. Если бы не было этой системы, не существовало бы деревьев. Вот. А главное-то я зачем говорю? Да, люблю похвастаться. Вот. Я же никого не оскорбил, а Иван. Вот. Ну, эти войска покрутят. Ну, они как заранее настроены, что не может металлург ничего соображать. Ну, подумаешь, лучше изобретатель города Норильск. Ладно. И вот смотрите, люблю дразнить людей. Так, показал вот это. Так. Вот. А почему? Внимание, отсюда вред обрезки в принципе. Представим себе, что вот здесь вот взяли, вот отрезали. Ну, представили себе, да? Нарушается вся эта система. Может ли дерево, у которого пострижено, ну как, вот стрижка дерева, это одна из основополагающих научных этих самых агроприемов. Агротехнических приемов. Вы представляете? Стрижка дерева. Никогда дерево, а я же, у меня куча послов, даже если один листик оторвать просто, а их там миллион, если не, ну, этим 100-метровым деревом, миллионы, да? Один листик оторвать, он не заметен, один из миллиона, это там 0,0,0,0%. Но даже это дерево вредит, пусть в малюсенькой степени, и теряется 0,0,0,0 градуса той же воростойкости. Почему? Потому что вот это, антифриз отсюда подается. Вот. А я же как? Я теперь, я фамилию больше не называю, попросили эти дамы.
Ну, действительно, выглядят бредно, я их понимаю, после моих разъяснений, да. Вот. А так-то все-таки, может, одним глазом-то смотрят. Иначе они не ученые, если не смотрят. Это уже не продают. Вспоминай. Лисенти смотрела, было это? Почему не было? Потому что ты еще сильно молодая. Вот станешь ректором. Тогда и начнут. Я на это только и надеюсь. Вот.